Доброго времени суток, зрители и гости нашего канала, с вами Росси, и мы продолжаем снова играть в Imperial Glory. Давно не было видео по этой игре, это шестое видео, мы продолжаем играть в кампанию, завоевывать мир, играем мы за Пруссию на высоком уровне сложности, на самом высоком, который есть. Это я напоминаю для тех, кто забыл или не смотрел раньше наше видео. Значит, общая ситуация. Я до этого пытался снять два видео, но, точнее, я их отснял, сохранился. Как оказалось, была проблема со звуком, и поэтому видео склеить не получилось. Поэтому отката у меня обратно нету. Сейчас я вкратце расскажу, что произошло с момента последнего видео, с пятого. Значит, мы захватили Минск и Киев, заключили союз с Россией, территории остались наши. Также мы мирно присоединили к себе Данию. Россия поглотила Молдову. Значит, мы находимся сейчас в войне с Великобританией и Португалией. Я, в принципе, думаю, надо сейчас взять пару армий, взять правопроходы и пойти навалять этим пидорасам. Что тут еще такого было интересного? Я немножко укрепил себе экономику, немножко поднял производство еды. Есть пару свеженьких, видите, новых отрядов, по последнему слову, техники заряженных. Немножко нанял своих любимых поляков, укрепил вот эти земли, потому что почему-то активно очень Австрия подступала к нашим границам. Также меня волнует Россия. Наладил я торговые пути. Вот можно посмотреть, в принципе, зеленая — это торговый путь, синяя — это внутренняя торговля, серая — это незадействованная, и закрытый путь. Кстати, я думаю, может, нам уже пора помириться с Германией. С Британией. Это предложение просто смехотворно. Они хотят 3300. Да пошли вы нахер. Тогда. Вот. Давайте возьмем... Сейчас нормальную карту выберем. Так. Где тут у нас есть этот грядик, вот этот. Давайте мы его сюда передвинем. На следующем ходу попросим право прохода у Испании. Кстати, с Испанией у нас относительно хорошие отношения. Я думаю, надо попытаться мирно ее присоединить к себе. Для этого мне нужно открыть, где она находится, ее столицу. Это вроде Мадрид, если я не ошибаюсь. И нужно будет начинать... И нужно будет начинать туда вливать деньги, для того, чтобы мирно ее забрать, как мы, в принципе, сделали с Данией. Кстати, по поводу Дании. Нужно разобраться, что мы приобрели вместе с Данией. Кроме как лишние голодные рты. Новый полковник нас ожидает. Что тут у нас? Я тут начал что-то подстраивать, да? Да. Или это не я строил, я уже не помню, если честно. Да, у Дании, в принципе, ничего такого толкового нету. Так. Право пересечения границ. Не понял. Франция, Ломбардия, Австрия, Россия. А че я не вижу, что ли? Блин, ну это неинтересно. А, может, мне не нужно? Нет, нужно. Видите, надо. Блин, ну хорошо, но я хочу... А че я не могу тогда? Право пересечения границ. Ну ладно, Франция. Сколько? 3, а я вышел. Ну нафиг, блин. Так, все, я понял. Я вас понял. Давайте военную гавань не здесь. Сейчас я настрою кораблей, блядь, и поплыву, и так исследую. Раз такая херня. Море-то бесплатно у нас, я надеюсь, пока. Мне не надо никому за это платить. Интересно, я... Правильно, Россия, давай. Корабли свои выбирается, ради бога. Чтобы они не мозолили глаза.
Надо будет того козла выбить, который у меня стоит. Рядом с моей Данией. Вот так вот вали отсюда. Порт меня заблокировал, не мог ничего устроить. Кошмар. Просто кошмар. Так. Современные госпитали построены. Как шикарненько. Корабли. Не могу я строить корабли. Здесь сколько еще будет два хода строиться? Кстати, может где-то можно еще построить, к примеру, поля для того, чтобы больше был прирост. Вот в Дании, как раз в нашей новенькой свеженькой Дании, можно современные госпитали, фермы, ну, да, построим там, конечно же. Потому что мне не нравится, что хоть минус и небольшой, стипочки, но все равно неприятно, надо чуть-чуть подстроить. Блин, Россия стягивает войска. Как-то оно все так напряженно, очень напряженно. Мне поскорее нужно хапать себе Испанию. Просто, блин, это крайне архиважно это сделать. Вы смотрите, что может он еще высадится у меня здесь. Козел. А, мой порт заблокировал, сволочь такая. Так, ладно, давайте на всякий случай вернем сюда, потому что что-то мне это не нравится. Не нравится мне это, ребята, не нравится. Галя, она, я уверен, что она из себя ничего не представляет. Но, блин. Но, блин. А вон, кстати, кусок Португалии. Прям рядом, скажите мне, прям рядом с Британией. Прям рядом с Британией. Так, береговая охрана исследована. Черный рынок позволяет получать 50% от прибыли, идущих по суше торговых путей, заблокированных неприятелем. Хрень. Надо выходить на военные госпитали. Так. Здесь получается мне тоже... А, я что-то там хотел в Дании построить, да, если я не ошибаюсь. Португалия. Ну, блин, вот лупануть бы этого, заразу. Да нету кораблей. Здания. Что тут можно? Военная гавань. Давайте здесь. Надо вообще корабли, блин, в каждой этой клепать. Так. Поляков эту чуму. А, я вспомнил. Вот эти два отряда я хотел вручить. О, сейчас. Вот этому гражданину. Вот этому хотел вручить. Потому что он вообще пустенький был такой парнишка. Тут еще, конечно, тоже битое-перебитое. Кстати, ребята, если кто-то знает, может, как можно пополнять раненые отряды, пожалуйста, напишите в комментариях, буду много благодарен. Также спасибо парню, который научил меня, как ускорять скорость в игре, то есть, когда во время боя, как это можно делать, было бы вообще тоже. Без твоей помощи вот просто никуда. Спасибо тебе большое, что ты подсказал. Стало намного легче, стало намного проще. Также я хочу передать привет своему коллеге The Dog Father. Саня, ты мне говорил, что я давно не делал Imperial Glory. Я делаю его, обрати внимание. Я играю и снимаю это видео. Вот я это видео просто почти посвящаю тебе. Моему самому главному подписчику, наверное. Так что я надеюсь, это видео уменьшится. Я его все-таки сделаю. Потому что если оно запорится в третий раз, то больше я этого в эту игру играть не буду. Тем временем с Испанией у нас было 66, стало 58. Что-то очень страшное и непоправимое случилось, не знаю только что. А, Британия там, понятно, не выплывет еще. Еще можно ждать. Еще Россия с
смотрите, Россия подогнала. Да что такое? Что так плохое собирается, начинается? Мне это не нравится. Мне это не нравится. Блин, а что ж такое с Испанией-то? Может улучшить отношения? Я не могу с ними. Австрия, Ломбардия, Россия. Наем армии. Мы можем в России. Это мы предлагаем военную помощь свою за деньги. Вот она как. Понятно, понятно. Ладно, ладно. Так, что тут у нас? Здание сколько? Еще один ход. А тут сколько? А, тут я не строю. Интересный, блядь, парень. Давайте, мне надо везде порты, где только можно. Надо настроить флот и почистить эти все корабли в округе. Но правда, я говорю сразу, что на море буду драться. Ну не люблю я, не люблю вот эти военные маневры в море. Это неудобно, это долго. Даже если использовать ускорение, это все равно будет слишком долго, поэтому... Поэтому лучше так. Что-то там Испания, блин, у него фигня какая-то, блин. Так, построились. Наконец-то военная в Норвегии аж построилась. Так, стоп, отряды. Корабли. Шлюп. Быстрый маневренный, но небольшой и плохо вооруженный корабль. Ну, что делать? Давайте. Стройте мне эти корабли. Хорошо, а что мне здание? Вторая эра. А, вот он, военный порт. Вот что нам надо, ребята. Вот что нам нужно. То, что, как говорится, то, что доктор прописал. Маяк позволяет видеть фрегаты. Позволяет строить. 4000. Ну, не хватает, надо будет подождать. Там, наверное, фрегаты это, наверное, будут архидорогие. Я надеюсь, они обалденно мощные. Смогут дать всем по башке. Вообще, вот так вот собрать армию, посадить ее на корабли и просылать как бы по всему. О! Кого-то нам везет Британия вон. Интересно. Интересно. Так вот, я хотел бы, короче, посадить бы армию на корабли, прослать по всему миру и потом бы в один момент бабахнуть по всем сразу. Представляете, как это было бы эффектно? Так, здание. Военный подстрой. Под блокадой. Ну давай, высаживай своих британцев сюда ко мне. Высаживай это мясо. Сволочь такая. Я не представляю этого, то, что у меня нету флота. Поэтому мне приходится так вот извиваться. Испания предлагает союз. Принять. Это несмотря на то, Испания, что из 66 у нас упало с тобой отношение до 58. А я с тобой дружил. Я с тобой дружил. Так, военная гавань построена. Новое окружение вашего флота. Корабль прилетит фон Гамбург. Был спущен на воду в регионе Норвегия. Пусть пока еще. Подождем. Сейчас их 3-4 штуки будет, бабахнем от этого гандона. Может сразу высадить, кинуть вот эти войска. Подлупленные. И кинуть их на Шотландию. И завоевать Шотландию. Там две конницы, а у нас тут... Ну, в принципе, я думаю, справимся. В принципе. Так, что здесь? Батюшки, тут просто, ну, понятно, видно, что это компьютер делал. Ну, пускай делал, ладно. Кто такое?
кто такой, ребята. Давайте дальше продолжаем пока. Россия по лезвию ходит. По лезвию. Ой, храп подхватила. Ничего себе. Она начала опять развиваться. Это меня пугает. Я думал, что она так и останется, как бы замурыженной этой. Я думал, она так и останется замурышкой, замухрышкой. Так, ребят, я вас хотел сюда сделать. Теперь делаем рокировочку. Вот так. Даже, блин, туда бы еще людишек бы подкинуть. Что тут у нас в Дании? Ничего ж пока не строится. Давайте тогда вот так вот сделаем. Что-то они все так вокруг моих границ кружат. Коршуны меня обсадили. Только ждут с тобой места, чтобы ударить. Так, Франция ищет возможность примкнуть к Союзу. 200 копеек, блядь, Франция. Лучше бы ты вообще не подплыл к Союзу. Чуваки, 200 копеек. О, еще Британия подплыла. Еще с отрядом. Ребята, чувствую, будет замес. Я чувствую, будет замес. Не такой, не слабый. Так, хорошо. Новое украшение нашего флота. Отлично. Так, о. О, так, хорошо. Хорошо, тогда мы сделаем на всякий случай вот так. А, мы не можем, мы только прям нападаем. Ладно, ладно, так, что здесь у нас? Шлюпка, шлюпка, да? Чикс, чикс, 2-2. Ну, ладно, подождите, не хочу так рисковать, не хочу. Отряды. Давайте кого-нибудь по-быстрому, легкую пехоту какую-нибудь. Штампаните там. Немноженцы. Потому что тут мы уже не затянем. Ладно, давайте. Блин, нельзя оставлять тут Россия со своими пушками. Связываться с ними это не игрушки. Теперь смотрите, как они все активизировались. Ничего себе. Нельзя оставлять, понимаете, здесь никого на этом, потому что, точнее, без охраны территории они могут высадиться просто-напросто и захватом. Это не камильфо. Так, Восточная Пруссия, военный порт построен. Что это у нас? Позволяет уровень, повышает уровень опыта всех новых рекрутов СО. Что-то там, да что-то там. Ну, пускай. Так. Так. Значит... отряды. Я здесь хочу построить фрегат. Небольшое судно средней быстроходности и огневой мощи. Уже более симпатично, как по мне. Так, тут у нас еще строится. Здесь у нас уже отряды пошли наниматься. Так, где-то у нас тут был калеченный отрядик. Ну, добавим чубриков вот так вот. Так, тут что? Тут у меня уже отряд почти готов. Не хватает только, к примеру, вот этих славных парней гренадеров и отряд вон. Надо сейчас будет поднастроить немножко вот этих офицеров, кинуть и вот тут толпу разрестикать. Так, кстати, сейчас походу бой корабль готов, вот третий корабль, можно будет выплывать и выпить Британию. Она скорее всего обосрется сейчас и убежит, что-то мне кажется. Так, субсидия, да, готово. Господин у нас не хватает, господин у нас не хватает. Все у вас всегда, блин, не хватает. Ладно, выплываем. Лупим ее, короче, вот так вот. Они же тоже шлюпают, правильно? Да, шлюп. Шлюп. Шлепали шлепки по моей попке. Так. Надо с кем-то торгануть. Торговое соглашение, к примеру, с Ломбардией.
Я предлагаю тебе 10 тысяч. А, ладно, давай, мне столько золота не надо, и ты вряд ли столько осилишь. Давай 5 тысяч. Пусть я хочет вести золото. Ну, так. Вот так. Это предложение, они его примут. Ладно, а вот, ну давай, ну вот так вот. А, подождите, какое золото? Мне вообще, блядь, не золото надо, мне нужна еда. Ага, ну тогда придется выменять не золото. Вот так. Вот так вот давайте. Вот, послать. Есть. А теперь мне нужно с ними же опять поторговать. Предложить им 4000 золота, к примеру, в обмен на 1500 еды. Как вы же это скажете? Это хорошее предложение, в общем, они должны заинтересоваться. Блин, ну давайте, а 2000. 1400. Ну, нет. Просят пересмотреть. Ну так. Хотя бы так, ребят, потому что у меня мало еды, мало. Еще сейчас пошли опять эти растраты, траты, растраты. Так, что там, господа? Конечно, преследовать. Угу. Ушел от нашего преследования. Вали тогда отсюда нахер. Думали, что будут вот так вот приплывать своими кораблями, здесь стоять. Надо еще их догнать и разбить, чтобы неповадно было. Вот так вот, вали, валите. Все, блокада снята. Надо еще сейчас туда поплыть, тому навалять. Но сначала, наверное, надо... Он еще подогнал войска. Негодяй, негодяй. Так. А ну-ка, что здесь? Тут тоже свободно. Тогда мы вот так встанем. Сейчас этот сам сюда вернется. Гондольер. А, вот и Британия, пожалуйста. Так, вражеские корабли на горизонте. Преследовать, конечно. Не смогли уйти от нас. Они уже на расстоянии выстрела. Зарядить пушки. Хорошо. Хотите? Нет, не хочу. Победа. Отлично. Так, конечно, мои битые перебитые. Я вместе с кораблями попил как бы ихних баллов. Что им? Теперь можно попытаться сейчас шлюпочки быстренько перегнать. Быстренько их туда чпок закинуть на остров. Ага, вон еще один подплыл. Блокиратор, блядь, хренов, а? О! Так и знал, будет добивать меня, сволочь такая. Будет добивать. Попробуем. Так, новое украшение. Корабль Роланд был спущен. Восточная Пруссия. Новое украшение. В Норвегии был спущен корабль. Хорошо. Так. Значит, вот сюда выходим. Лупим этого козла, чтобы он не расслаблялся. Собственно, но это не все, ребят, давайте еще, наверное, там строится, все, вопросов нет. Что у нас здесь, что строится? Давайте мне здесь тоже пару шлюпочек наймите, чтобы было, так сказать, чтобы было. Посмотрим, как тут сейчас будет махач, по идее, мы должны его вроде как выиграть, да, преследовать. Да, а он свой порт защищает. Нет, ну там мои затащили опять. Ничего себе. Ничего себе чего. Так, тут сражение. Да, преследовать. Пришлось уйти. Но они уйдут или вправо к
Португ в Россию или сейчас прыгну сюда, а тут мы их и все. Посмотрим, посмотрим, ребят. Уже пошел экшен. Экшен. Британия кинулась мочить нас сюда. Освободила нам. Такс. Португалия. Ага, они сейчас вдвоем будут меня лупить. Да, принимаем вызов. Что делать? Равное сражение. Нет, ну. Остался один этот. Сейчас мы вот этой шлюпочкой нашей добьем. И все. Ну, по-другому никак, ребята, по-другому никак. Чего сейчас отстроимся? Сейчас отстроимся. Делаем вот так. Этих выводим. Ну что, возьмешь себе на борт? Пацанов нормальных. А что, туда нельзя больше? А почему? Ну, пожалуйста. Ну ладно, хоть одного взял, уже хорошо. Тут они вдвоем. Блин, растаскают, растаскают точно. А нет. Бегут. Бегут, агат, сакуны. Бегут. Фрегат не затащит от всех сразу. Так, все-таки будет бой. Нет? Опять надо военное владычество здесь. Отлично. Готов фрегат. Выводим его. Вот сюда выводим. Этих сюда кидаем. Что тут у нас? Ну тут конница, блин, а у меня здесь... Блин, надо подождать. Короче, тогда давайте здесь еще одну шлюпку. Одну шлюпку еще давайте. Так, что тут у нас? Построились. Точнее, нанялись. Так, в зданиях. Блин, ферму бы субсидированную. Вот так вот. Так, все-таки бой будет, да? Да, преследовать. Ушли. Ну, вали тогда отсюда нафиг. Мы сейчас будем твой захватывать, ты нам мешаешь. Посмотрите, как эта еда уходит. Это какой-то кошмар. Ну чё там, Великобритания? Мы или деремся, блядь, или не деремся. Поскольку эта война... Что? Сколько? 20 тысяч? Ладно. Наказать гнида. Ну ладно, купил ты меня. Купил. Точнее, купил себе немножко еще времени пожить. Так, шлюпка. Шлюпка, поплыли дальше. Мне нужна Испания. Я хочу ее увидеть. Пролив Ла-Манш, вражеские корабли на горизонте. Нет, не преследовать. Не можем там прорваться. Вражеские корабли на горизонте. Да, преследовать. Не смогли уйти от нас. Хорошо. Легкая. Нет, не хочу. Так. Надо этот фрегат тоже выводить сейчас сюда. Короче, надо в оккупацию их порты все. Хотя, я думаю, если сейчас туда подплыву, то Британия тоже на очко упрет и... Опа! Решила нас добить. Решила нас добить. Сейчас мы туда еще фрегатик мы кинем один, и тогда подеремся с тобой. Британия. Тогда мы с тобой подеремся. Так, новое украшение. Новое украшение. Отлично. Отлично. Такс. Так, вот так вот сделаем. Что вы на это скажете, а?
господа, вот так вот, что? Что ты, Британия, мне сделаешь? Ничего. Ни черта ты мне не сделаешь. Я тебе так скажу. Воевать? Давай. Преследовать, конечно. Зарядить пушки. Нет, не хочу. Да, что исследовалось доказать? Щедрая душа, но 10 с ними мы, как бы это ни превратилось в ноль, ребята, как бы это ни превратилось в ноль. Ну, Португалия долго еще пасть свою не раздвинет в нашу сторону, это понятно. В этом я не сомневаюсь. Так, Франция, Испания истек. Хорошо, хорошо. Военные госпитали. А что такое? Вот так вот. Так, подождите, а что я там исследую? Армия, сладко. Развитие медицины является важнейшим. Особенно позволяет оказывать медицинскую помощь раненым солдатам, возвращая их в строй. Вот оно, походу, как можно, ребятушки. Вот оно как. Наконец-то. Наконец-то. Так, мы подплываем уже к нормальным этим Испании берегам, потому что я уже вижу тут ее флот. Надо сейчас купить какую-то еды. Может быть, России. Я вижу огромные поля, на которых Россия, наверное, собирает свой хлеб. Так, что там? Да, согласен. На один. Угу. Эти ходят. Значит, мы с Францией будем опять в союзе, скорее всего. Еду надо, еду надо срочно, срочно еду. Так, давайте-ка. Австрия там что-то, так, мне надо поторговать. Значит, я предлагаю тебе 5000 еды, ой, денег. А взамен хочу 1500 еды. Ладно, 2000 еды. 1700. 2222 еды, ребят. Такс. Ну тут все. Ну, походу, может уже хватит строить. Надо уже как-то Данию, к примеру, оккультуровать. А то мы как-то на нее забили, что ли. Так. Ну да, тут можно будет как раз чтоб нормальных этих строить можно было. Да? Да, вот так. Вообще бы еще поднять бы сырьевую базу. Если сейчас планирую масштабную стройку, то надо и даже было бы неплохо. Но мы дойдем или нет до этой Испании. Я хочу ее увидеть, ее столицу, чтобы я мог с ними торговать. Когда же это наступит, этот момент чудный и прекрасный, блин, на следующем ходе походу. Какие-то там маркировки, что Россия делает, что-то. Шахматы передвигают с места на место. Интересно, зачем, почему так?
Так, ну там все понятно. Улучшенная академия в Дании построена. Отлично. Только мы здесь никого не можем построить. А нет, место еще есть, да? Отлично, хорошо. Отряды. Офицеров. Пару вот таких давайте. И пару конных туда еще запихните. Почему я не могу попросить у них право на проход? Ну это ж вообще, это ж жесть какая-то. Капец. Это просто жесть. Как мне их увидеть, а? Дальше это шлюп. Да, этих тут оставить. Ну что, так и нельзя, да? Так и нельзя с ними. Союз России, Австрия, Франция, Ломбардия. Обалдеть, то есть. Я не знаю, что мне делать, я не знаю, как мне туда пробраться. Как вообще мне это сделать? Может чуть ниже ее попробовать продвинуть, ну? Блин, не знаю. Вот она где-то там, вот я уже чувствую, что я рядом с ней стою своим флотом, но я, блин, не вижу из этого тумана ебаного. Че там, новый этот командир, да, не хорошо. Выводите его нафиг, я туда ему вот этот сброд. Так, уже лучше. Так, ну что вы, давайте тогда, блин, не знаю, дальше двигайтесь как-то. Так, что ли? Ты, блин, попробуй сюда. Тебе это не поможет. Смотри, сколько вот этих кораблей, батушки. Вы что, больные, что ли? Ни хера нет у них кораблей. Поэтому ты и обосрался, когда я к тебе подплыл на остров. Что такое корабли есть, армии нет, а нет, видов, походу, нифига нет. Хотя доходы, наверное, забили, если мне 20 тысяч отвалили. Я на эти 20 тысяч живу и вообще в хер не дуй, в принципе. А нет, мы возвращаемся. Ну вот, блин, тогда вот так вот делаем. Все равно я вижу все, кроме, блядь, острова. А я не могу у них даже территорию купить. Да елки-палки. Испания 68. Ну, мало, если бы я их как-то поспасывал бы нашему развитию наших отношений. Было бы классно, блин. Новый командир. Ну, это ваш командир, блин, да. Так, что мы тут в бане можем построить? Улучшенные конюшни, специальные школы, длинный цех. Улучшенные козы. Надо, короче, поднимать сырье. Надо поднимать сырье, ребята. Надо поднимать сырье. А, тут даже лесопилка не построена. Вообще позорники. Тут, наверное, тоже. Нет, тут начальные школы. Ну, литейный цех поставьте. Столица тут что у нас?
Вот так вот. Все в столице будем снимать. Все. Вот так. Все, пожалуйста. Не влезает. Я расстроен тем фактом, что я не могу достать гребаную Испанию. Мне просто что я просто теряю. Я не могу с ними ни торговать, ничего не могу с ними сделать. То есть они где-то там, а я. Что само по себе капец. Мне так тебе придется он Британию снизу трогать. Здесь. Здесь что у них? Угу. Вот хуй. Хер трахнешь, блин. Это страна Россия. Надо, короче, бы еще отношения с Россией улучшать. Улучшить отношения. На тебя 5000. Да. Зажравшиеся. Сволочи, зажравшиеся просто-напросто. Франция сколько? 4000 хочет на 6 ходов. А ты сколько? 7800. Так вы шо, ебанулись, блядь. Ладно, короче, надо будет собирать войско, выбивать вот их отсюда, сделать себе плацдармы, чтобы можно было сюда переходить по-другому, я просто не вижу. Но это будет в следующей серии. Я надеюсь, эта серия запишется. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки или дизлайки. Оставляйте свои комментарии. Мы стараемся для вас. До скорых встреч.